Фонд социального страхования на Камчатке отказался компенсировать более 32 тысяч рублей за проезд из Москвы в Петропавловск подростку с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок летал в столицу на лечение. В дело вмешалась прокуратура полуострова. Прокуратура провела проверку и установила, что в выплате отказано по причине самостоятельного приобретения авиабилетов по окончанию лечения. Вместе с тем, действующее законодательство таких ограничений не содержит. Ребенок проходил лечение в аккредитованном медицинском учреждении. Срок пребывания продлялся в установленном порядке, а соответствующие отчетные документы в фонд представлены своевременно. Заместитель Елизовского городского прокурора с целью восстановления прав заявителей обратился в суд с заявлением, которое рассмотрено и удовлетворено. С регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации взысканы расходы на оплату проезда. Решение суда в законную силу не вступило.